Как стало известно, были сотни вопросов президенту за этот день уже поступило. Большинство из них касаются демографической политики, обеспеченности жильем и поддержки многодетных семей. Из регионов приходят вопросы о создании рабочих мест, зарплатах и пенсиях. Также интересуются ситуацией в системе образования, здравоохранения и спорта. Без внимания не осталась и тема защиты животных. Часть адресованных главе государства вопросов касается внешней политики и безопасности границ. А некоторые хотят обратить внимание главы государства на недоработки местных властей в конкретных населенных пунктах. Мой вопрос, когда пенсия станет для пенсионеров побольше? Когда больше будет мест отдыха для нашей молодежи? Вот именно что в Кировске. Вот это. Сохранятся ли льготы на жилье, бесплатное образование и бесплатное лечение? Как планируется, повышать или не повышать пенсионный возраст? Как он видит будущее нашей страны? Может быть, даже не как глава государства, а как человек, как личность, как мужчина. Как часто будет проводиться капитальный ремонт в наших домах? Нет вопроса. Президент, кажется, все говорит, все объясняет, люди все понимают, какая обстановка, какое положение. В списке полученных вопросов есть и личные просьбы к президенту. В целом же из уст главы государства хотят услышать фактически обо всех аспектах жизни белорусского общества. А некоторые сообщения отправили и граждане из-за рубежа.